Шановні друзі, шановні вболівальники боксу, сьогодні ми продовжимо розмову, сподіваємося, з таким же ж відвертим Олександром Мусиком, як це було до цієї передачі. Сьогодні говоримо виключно про професійний бокс. Сашо, вітаю тебе. Поговорили ми про аматора Олександра Усика, зараз до профі. Закінчили ми розмову на ВСБ. Українці, ви і ми всі зайняли друге, на жаль, місце. Можна подарувати то срібло казахам. Так, ми про це вже казали, що вони його дійсно заслужили. Наше ж все ж таки було золото. Ви поїхали до Сполучених Штатів Америки, ну, після того атаманського срібла, я так розумію, для знайомства з промоутерами. Да. Егіс Клімас. Очень хороший человек, как на данный момент, ну, знаете, ну, когда мы его не знали, а сейчас мы уже, я его узнал ближе. Это менеджер Василия Ломаченко. Пригласил нас, да, мы были у Оскара де ла Хойя, мы были у Боба Арума. С нами даже встречался какой-то представитель 50 Cent'а, приходил, да. Кэти Дуа. Кэти Дуа, да, мы, причем, что мы поехали на поединок Сергея Ковалева, потом мы заезжали в гости к Тедди Атласу, он нас накормил очень вкусными стейками, он нам рассказал, показал. Ну, я, конечно, был в восторге от этой поездки. Я вам хочу сказать, что я даже не думал на тот момент о каких-то переговорах. Я просто был в Америке и говорил, класс, мы здесь. Мені Егіс Клімас розповів, він згадує, жартує про ті часи. Він запросив приїхати, ну, просто подивитись, так? Сказав, що все бере на себе. Коли йому позвонили, сказали, що їдуть 12 чоловік, він сказав, все одно приїжджайте. Дійсно, він так хотів Василя Ломаченко чи ще когось? Наверное, он хотел общаться с Василием, ну, работать с Василием, но очень заинтересовалась мной Кэти Дуа. Она говорила, что я готова, ну, приезжать, то-то, 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 мы, ну, все устроим. То есть, ну, вот она хотела, чтобы я боксировал их компании, представлял мейн-ивент. Ну, сложно так вот просто все кинуть и уехать. То есть, а я собирал, они говорили, вот помню, вот бери всех и сразу туда переезжай. Но, вы знаете, на тот момент мне чуть-чуть как-то вот Катя была беременная Кириллом, и как-то вот я, может быть, ну, не знаю, что-то я вот, ну, я хотел уехать, да, в Америку, но, ну, и хотел остаться здесь и продолжить. Естественно, мы пообщались сначала там, в Штатах, потом я приехал сюда, я здесь общался с К2, потом я опять поехал, нет, не в Штаты, я поехал в Кардифф, в Британию, там Серый Ковалев завоевал пояс Клеверли, я еще там общался, но К2 предложила чуть лучше условия, і я залишився здесь. Але ж то була Америка. Кеті Дува, Сполучені Штати Америки. Знаєте, що можливо, там, знаєш, Медісон Сквер Гарден. Тоді, на той момент, я сказав, я обов'язково буду боксувати в Америці. Але прийду я відсюди. Я залишився і я не жалію ні о чому. Як виник варіант з К2? Ти вже сказав, що це було ще під час ВСБ. Але да, остаточно. Мы изначально мы общались с Александром Красюком, там еще кто-то звонил, а потом я встретился с Виталием Владимировичем, мы общались с ним, и Владимир Владимирович тоже был, мы поговорили, был контракт. Це було важливо для тебе, от, що на ту зустріч приїхали обидва брати, що до тебе ось така увага. Вов, ну когда я был парнем, там, 10-летним, и папа меня будил рано утром, и по телеканалу 1+1 Гендлин старший это все комментировал. Я смотрел эти бои, там, я не знаю, Тайсона, Кличко, ну вот все бои, которые посмотрели. То есть 7 утра, все, я не двигался. Даже когда я хотел пойти в реструм, я не имел права этого делать, потому что я мог что-то пропустить. То есть какая-то реклама, и люди, я сразу бежал. Ну то есть вот я смотрел это, ну... А тут ничего себе, я уже такой парень подрос, и ко мне на встречу приехали, ну, две легенды бокса. Слухай, в тебе ще тоді, ну, на той час не було контракту, і тебе запросили на тренувальний збір до Володимира Кличка. Да. Так, це також відіграло. Ти, можливо, знаєш, тебе запрошували, щоб ти побачив, що може бути у тебе.
так и было. В принципе, так и было, что Виталий Владимирович сказал, что вот поедь, посмотри. Никто ничего, ну, никто тебя ни на что не подвязывает, не обязует тебя. Просто поедь, посмотри, как работает чемпион мира, профессиональный боксер. И я поехал в Австрию, в Гоинг. Я был там 3 или 4 дня, я не помню. И вот я и как раз там я познакомился со своим тренером Джеймсом Лібаширом. Так хто тебе більше там вразив? Володимир Кличко чи Джеймс Лібашир? Ні, я не думаю, що мене хтось там удивив, але це атмосфера, це підготовка, ну, я не знаю, вот слаженный такой механизм роботи, який у них там був, він мені понравився. Це питання, це час приходити, коли на тренування. Тобто я там був, наприклад, там 8 начала тренировки, он приходит там без 15-8, со всеми поздоровается, переодевается, начинает тренироваться. Мне это как бы по душе, когда это так, все правильно. Наскільки на даний момент у тебе підписаний контракт? Час, я маю на увазі. На 3 года. Це ти підписав, тобто він тебе скоро закінчується? Чи ти перепідписав? Ні, не перепідписував. То, що у мене було, то коли ми там в 2013, в ноябрі, або коли ми його підписали, да. Чи маєш право ти обирати суперників? Я теж к этому имею отношение. Можеш сказати ні? Ну, якщо мені покажуть, що попало, ну, якщо так прямими словами сказати, ну, не то, що попало, ну, слабее, значительно слабее суперника, но я скажу, що ні, я не буду з ним боксувати. Ну, що за це? Чи є, можливо, пункт, ну, тут я вже фантазую, у твоєму контракті, що тобі в K2 K2 Promotion мають організувати чемпіонський бій, якщо все буде добре? Нема такого пункту? Мы, знаете как, я не могу до конца вспомнить, ну, что там прописано, что там не прописано, да, если не прочитать. Но Виталий Владимирович сказал, что мы за 3 года организуем тебе чемпионский бой. Вот как раз вот сейчас, на данный момент, это 3-й год. То есть компания должна организовать поединок. Як ти збирав свою команду? Дві людини, як для команди людини, яка потенційно буде боксувати, так, за пояс чемпіона світу, мало. Як ти без дієтолога, тренера з фізпідготовки, хто підбирає тобі спаринг-партнерів? Башир підбирає спаринг-партнерів. Він відповідає за це. Дієтолог. Ну, дієтолог Олександр Усик, я так розумію, Олександр Усик. Да. Олександр Усик дуже багато читає по цьому поводу і по-другому. І я так смотрю, ну, нет, естественно, нужен человек, который непосредственно в этом работает, да, и мы, ну, обязательно он будет. Но я не думаю, что мне надо в команде очень много людей, которые бы мне что-то подсказали. Мне кажется, если будет такой сумбур большой, когда будут каждый кто-то подсказывает, когда я спаррингую, Башир, там, если кто-то может подсказывать откуда-то, Башир останавливает спарринг и говорит: «Эй, ребята, вы кто? Мы там любители бокса, любите бокс молча. Просто ничего не говорите», и все. То есть вплоть до того, что он может просто выгнать из зала человека. И это в его компетенции, ну вот вообще нормально. Потому что на данный момент, ну, он главный тогда, когда я в ринге, получается. Я в ринге главный, а он за рингом. То есть он главный тренер. Найважчим что было за ці, ну, уже 3-й рік, так, профи карьеры пішов? Самое сложное? Ну вот эти, найти соперника, договориться с ним и... Понятно, что очень много критиков, которые говорят: «Да не, это, это вот, это то». Ты боксировал хоть раз? Нет. Найважчим суперником кто был? Я не могу сказать, но я могу сказать самым таким, не то что ответственным, а вот как-то... Я даже не то что за себя, вот с Андреем Князевым у меня получился хороший бой. И вот крайне с Педро. Сердце мое хотел, но не досталось ему. Ты уже звик своей персоной собирать полный палат спорта? Я не как-то, ну, знаете, я не очень, вот, я собрал полный зал, я красавец. Но я не буду так делать, я не буду так кричать. Я очень благодарен, что люди приходят на мои поединки, что они вот так меня поддерживают тепло. А як воно було боксувати на Львів-арені? І там ти, до речі, завоював свій перший титул. На Львів-арені я взагалі був, я не знаю, в захваті.
то, что очень такое большое количество людей пришло. Достаточно не тепленькая погода была. Я сам тебе хочу сказать, что у меня Башир шапку, одеяло на меня. Ну, понятно, что ну, когда я боксировал, я этого не ощущал. Но мама говорила, что она там сама уклонялась, там, сидев, смотрел в бой. Ну, и очень много людей, конечно, пришло. Это... А наскільки важливий той титул, цей титул, який зараз між нами? Титул інтерконтинентального чемпіона. Мені важливо боксувати не титул робить чоловіка, там, відомий в боксі, що ж то, а позиція, з якою ти боксуєш. Мені, по суті, ну, пояс. Ну, це круто, звісно. У мене є пояс, я виграв пояс. Но хотелось бы такие бои делать крутые, исторические, конечно. Там, дай бог завоевать пояс, объединить этот пояс там, с тем же Денисом Лебедевым, я не знаю, с Дроздом, еще с кем-то. То есть, ну, это достаточно сильные ребята, кто в моем весе на данный момент. Да, это чемпионы мира. Что об этом говорить? Это вот такие ребята. И, естественно, я не знаю, да и хук тот же, и да там такая позиция, там есть с кем боксировать. И вот эти бои, они могут ну, навести шороху. То есть наступний поєдинок, там навіть не наступний, трошки згодом, ти вже згадав Андрія Князєва. Важко то було психологічно, можливо, там через політику, то що він з Росії. Чи йому було важче? Этот парень, ну, вот с такими яйцами, он приехал на самый как раз разгар вот этих непоняток. Он вот такой пацан. А боксер? И боксер тоже. Потім був у тебе суперник такий, як Джонні Мюллер, який мені взагалі не сподобався. Ось як суперник. Ну і крайній поєдинок проти Педро Родрігеса. Тут вже твій промоутери, не знаю, чи менеджери, попрацювали. Як тобі ось бій проти кубінця? Чи ти вже забув? Знаєш, тут про аматорів кажуть, ну що, кубінці, вони народжуються там ледь вже не срібними призерами Олімпійських ігор. Це все міфи. Родрігес чимось здивував, окрім того, що приїхав? Ви знаєте, он не меня удивил, он, мне кажется, удивил кого-то. То есть его обзывали пончиком, толстяком или еще кем-то. Но он знал свою задачу. Я знал, что этот парень будет в начальных раундах взрывной и захочет ударить. То есть он, у него единственный шанс это ударить. Он не будет со мной боксировать. Ну вот. Не ударов? Не ударов. Чи ты не дав? Вот, ну, наверное, ты стиг відчути силу, можливо, его удара? Вы знаете, в каких-то моментах мы где-то с Баширом отрабатывали удары, и я перекрывался. Перекрылся, отдал. В каком-то из раундов я перекрылся. И так начал двигаться, и думаю, нет, больше перекрываться не буду. То есть через перчатку я даже почувствовал, у меня даже там на глазе небольшой синячок был, но вот я почувствовал реально такой... Бум! Я думаю, зачем оно надо? Щодо інших українців у профі-боксі, щодо В'ячеслава Гласкова, взагалі слідкуєш? Я смотрю Славини поєдинки, звісно, я навіть крайне такий неудачливая така штука какая-то получилась со Славкой. Да, я смотрел. Хоча дуже хороший шанс у нього був завоювати пояс. Через Славу чи через суперника? Чому? Ні, я думаю, що Слава би виграла його. Слава більш обучений боксер, ніж... Ви ж були в одній збірі? Так, да, ми були в одній збірній в 2006 році на Європі, Кубок міра і Олімпійські ігри. Ну, ми багато були, я зі Славою в парах стояв. Інший претендент вже зараз на чемпіонський пояс, який міг бути, в принципі, у Гласкова, це Ентоні Джошуа, з яким ти зустрічався, маю на увазі, поглядами, можливо, на Олімпійських іграх. Да, я уже когда завоевал лицензию, я уже выиграл, они боксировали на следующий день. Там было через вес боксировали там 5 в один день, 5 в другой. И я уже, когда заходил, там уже Вася боксировал, получается. Да, Вася единственный на следующий день боксировал. И мы подходили, и он congratulations, там туда-сюда, вот, поздравил. Сильный боксер? Сильный материал. Готовый стать уже чемпионом света? Він. То я думаю, что да, наверное. Я просто, знаешь, Вов, я не такой какой-то скептик о том, что я там как-то скептически отношусь там, к каким-то боксерам и говорю, готов, не готов. Не знаю, дайте ему шанс, и мы увидим, готов он или нет. Ну, слушай, просто дуже багато розмов, і зараз, особливо в пресі там,
Так должно быть. Они хотят про сделать Александра Усика и Энтони Джошуа. Я с удовольствием с ними побоксировал. У хевівейті. У хевівейті. Що тобі треба зробити у важкому дивізіоні, щоб перейти у хевівейт? Надо пояс выиграть, надо побоксировать. Может, без даже объединань. Два. А? Да, конечно, нужны объединения. Потребно. Я вообще с удовольствием бы объединил там хотя бы два и... Ребята, встречайте меня. Ну, ти ж бачиш проблему твого кума Василя Ломаченко. З ним просто не хочуть боксувати у 57. А я буду то весить сколько? 98 там сотку. Они подумают, та комар уб'єм. Тобто ти готовий зробити крок? Я, конечно, я боксировал в суперах. Я боксировал с ребятами 6 боев, которые весили на меня. Самый маленький это был, наверное, тяжелее, ну на 10 килограмм тяжелее меня. Тут Мадугна вообще на 26. Я вообще, когда увидел, что он такой вес весит столько, и я говорю, слышь, вы что делаете-то? Дуже скоро поєдинок нашого друга, твого кума Василя Ломаченка, проти Ніколаса Волтерса. У нього був серйозніший суперник у Васі? Серйозніший? Он сам. Найсерйозніший? Да. Он сам и есть Вася. Сам и есть самый серйозний соперник. Вага 59. Проблема для нього? Нет. Боксувати в ній? Нет. Це щось нове? Ну, нічого страшного. Все нове – це забите старе. Де легше дивитися ось поєдинки Василя? Біля рингу чи по телевізору? По телеку. Легше? Да. Я, знаєте, коли смотрю поєдинок, я отак от сижу і молюсь. Сижу просто, ну, хоча він робить все хорошо, ну, от я от, не знаю, мені як-то... Я сам вихожу, мені взагалі не волнує. Я вихожу сам, знаю, що мені треба. Тобто я вихожу. А от коли я смотрю Васіні бої, от він... Я там можу уклонятися, там я не... Ну, тому що от мене коли питають, найважче, так, у моїй кар'єрі, там, матч чи бій чийсь, мене, ну, найважче, що у мене було в ефірі в кар'єрі, це бій Ломаченко Солідо. Я просто не знав, що казати в ефірі. Ми з тобою тоді вже під час поїдинку да, переписувалися. А я встав раненько утречком, заварив чай, зробив себе пару бутербродиків, і сів, і смотрел. Коли я це посмотрел, полтора бутерброда осталось, да? Ну, то есть я так не спешил, то есть я поставил это все на кухню, выключил планшет и лег спать. Проснулся утром, думал, ну, сам себе, знаете, как думаю, ну, сон там, посмотрю еще раз. Это крадишка была, не? Ну да, это воровство, в открытую воровство. Я думаю, что это не то, что воровство такое. Крестятничество даже. Но это сделало, знаете, вот сейчас говорят, вот Николас Волтерс, да, вот это нет, Вася не готов, у него мало боев. Откуда вы знаете вообще, готов он или готов? Вы хоть ё-моё бегали за ним, вы плыли за ним, вы жили с ним, вы видите, что он делает, какую работу он делает. Это другое. У него, у этого парня сумасшедшая, я не знаю, энергетика, то, что он делает, он всегда выкладывается. Он сделал себе очень... Вот то, что они сделали с ним, они даже не понимают, насколько они дали ему, ну, другой какой-то этап, вот перейти это и сделать над этим ошибки. Щодо тебе, наскільки важко тобі зараз ось домовлятися з Гловацьким? Тому що мені здається, він вже почав тікати від тебе. Знайшов Стіва Канінгема, у якого там поразок, мені здається, ну, стільки ж, скільки у тебе поєдинків. Він вже, мені здається, не хоче. По-друге, я думаю, що Гловацький не захоче боксувати в Україні. Пускай не хоче. Пускай він скаже боксувати, я туди к нему і приїду. Ти офіційний претендент, ти вже маєш хоча б щось знати. Ти знаєш хоча б те, що цей поєдинок 100% буде? Ні. Я на даний момент поки тренуюсь к другому поєдинку, к своєму. У тебе буде проміжковий поєдинок, щоб не заіржавіти. Я думаю, що так. Це тобі хтось порадив, чи ти захотів? Ні, що? Це моє желання, і, звісно, це треба робити. Мені не хочеться останавливатися і чекати півгода, поки він согласиться боксувати. Рано чи пізно, все одно він буде боксувати. Треба смирення мати. Ну, це вже восени, я так розумію, якщо і буде, так? Ну, якщо просто рахувати. Значить, давай, ну, хорошо, на осінь, хорошо. Бажання покращити рекорд Холіфілда. Не зник? Ну, у меня и не было такого особого, звідки чтобы... Звідки це вдалося? Это мы просто посмотрели, начали говорить об этом, и Баширу, я говорю, а как вот такой вот момент?
Он говорит, ну класс, давай попробуем. То есть, он, знаете, как-то что-то новое, да, должно быть как-то вот повышать. Вот. Це 11, так, поединків? У него, он вроде бы в 12 или в 11 стал чемпионом, да. Мне зараз... нравится, мне нравится стиль его. Просто он, знаете, такой чуть-чуть, мне кажется, недосмотрели его. Как он Тайсона выиграл, как он вообще свой первый пояс завоевал. Там 15 раундов убийства было, он после этого в больнице лежал, потерял 5 там, или 6 килограмм веса. Ну, Холли человечище большой и боксер хороший. Чи дивився ти вже, можливо, поєдинки Гловацький? З Хуком тільки смотрели його бой. Це всі поєдинок бачили. Коли готуєшся, от будеш готуватися, обов'язково передивлятися там 4-5 поєдинків? Чи, як Вася мені сказав, перед, здається, Піріапіньо, по-перше, він його так вибрав, давайте першого. І сказав мені, я подивився один поєдинок, мені стало все зрозуміло, далі вже батько дивився. Звісно, от так от і я можу посмотреть поєдинок. Потом это все смотрит Башир, говорит мне, что он делает конкретно, и все, что он говорит спарринг-партнерам, вот делайте так, 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 и они это все делают. А потом я могу посмотреть этот поединок с Андреем Борисовичем или просто самому. Просто вот я смотрю на, конкретно на этого боксера, который боксирует, с которым я буду боксировать. Я даже на противника не смотрю. Что он делает? Я просто конкретно вот выбираю один персонаж, его действия, что он делает, и все. Хочу сказать, если бы моя воля, я вообще эти бои не смотрел бы. Задля емоцій чи задля... Ну, треба ж розуміти, щоб, ну, як не дивитися. Ну, один раз, хорошо. Найкраще, так, поєдинок? Ну, да, один там. Треба так, ну, знову ж таки, за часом, якщо дивитися, закінчується скоро контракт з K2. З одного боку, вони все виконують, я так розумію, про що ви домовлялися. А. Але якщо ти підпишеш контракт по закінченню свого з кимось іншим, в принципі, як спортсмен, ти будеш правий. Чи хтось, можливо, виходить вже зараз на Олександра Усика, офіційного претендента? Чемпіонський пояс з американських промоутерів, та ні, британців. Ніхто ще не виходив. Якщо подзвонять, послухаєш людей? Чи? Ну, я їх буду слухати, звісно. А чому? Ну, слухати-то, вони ж мене ні к нему не обов'язують. Звісно, я послухаю. Понятно, що кожен буде стилити по красоті. Буде кожен розказувати щось. Вот. Ну, у мене контракт з K2. На данный момент он не закончился, и никаких действий я пока ничего не буду делать. Меня все на данный момент устраивает, мы работаем. Может, это кого-то не устраивает, но это и не вы. Вас оно и не должно устраивать, ибо это не ваше, это мое, и все. С Егісом Клімасом я зустрічався, ти через два дні одразу після першої фотографії, ти розумієш, які були заголовки. Олександр Усик їде у Штати. Чи це була... Дружня зустріч з Егісом Клімасом. Это была дружеская встреча, это были разговоры о боксе, ну там, что здесь, это не было никакого-то, вот давай едь к нам, еще что-то. Эгис достаточно воспитанный человек, и даже если у меня, ну там, я не знаю, вот то-то, вот я бы у него спросил что-то, к примеру, Эгис там, а как ты смотришь вот мое будущее в Америке, к примеру, да? Он бы там мог бы со своей точки зрения что-то объяснить. Но таких разговоров не было. И, ну, и приехал человек в гости. Мы провели очень великолепно два дня, провели их, и все, они поразъехались домой, а мы начали трудиться дальше. Я навіть не буду казати, якщо ти завоюєш, а коли ти завоюєш чемпіонський пояс. Я теж так говорю. Важко буде організовувати поєдинки тут, в Україні, об'єднання. Офіційні захисти готові для того, щоб, ну, хоча б боксувати за межами України. Да? Європа, Сполучені Штати Америки. Естественно. Надо расти. Надо куда-то идти. Естественно, если здесь будет проблема это сделать, то надо будет выходить и находить моменты какие-то, чтобы делать это в других местах. И там же, можливо, треба буде збільшувати і твою команду, так? Ти про що ми говорили? Може бути. Зараз, як ти думаєш, зміна у хевівейті пішла? Зміна, ось поколінь, ми казали про аматорський бокс нашої збірної. Це должно бути, по-любому. Джошуа, Уайлдер, ну, можливо, Усик через... Вот так от, це должно бути. От, мені кажеться, даже... Ти розумієш, чого питаю? Тому що, як тільки програв Володимир Кличко, одразу все, зміна поколінь. Чому?
Просто у него все были пояса, и между собой как-то вот не было какого-то ажиотажа, за что боксировать. Подобраться к нему надо было. Во-первых, чтобы побоксировать с ним, надо было куда-то подобраться по поясам на первое место, договориться. Можно было бы вообще оставить себе там 2-3 пояса, а те оставить, чтобы опять нагнать ажиотажа и боксировать, завоевывать. Ну, то есть, ну, такие моменты, ну, то есть, это то, что я думаю, да. Почему появилось? Потому что появился интерес получить пояс, раз, там у Фьюри там один пояс забрали, потому что он там много разговаривает или не хочет боксировать, тут, ну, непонятно. Естественно, они оживились в плане того, что, ага, ушел там непобедимый Владимир, который там 11 лет всех готовил. И сейчас есть шанс, там тот же Уайлдер, да, Поветкин, Джошуа, и погнали-погнали. Ортис, этот кубинец, очень причем хороший кубинец. И все-все-все, Дженнингс, и, да там такая, не знаю, плеяда, что вот так вот по кругу можно боксировать. Я вообще считаю, как надо сделать? Надо бы выбрать восьмерку красавчиков и сделать восьмерку. Четвертьфинал, пиффинал, как в футболе? Нет, как в боксе отборочных турниров. Выиграл, проиграл, улетел, проиграл, улетел. И все, и будет один чемпион. 4 пояса будет завоевывать, и это будет чемпион. А вот этими суперчемпион, временный чемпион, получемпион, за чемпионом, Срибный, под чемпионом. Ворон, тот. Я вот, ну, интерконтинентальный. Ну, ты чемпион мира, да, по любителям? Когда у меня будет, ну, уже оригинальный пояс, то есть чемпиона мира, да, я буду говорить, я чемпион мира. Ну, интерконтинентальный чемпион мира. Ну, да, ну, я благодарен за это, конечно, то, что я, ну, завоевал этот пояс, и спасибо. Но вот должен быть вот такой, потому что должен быть ажиотаж. Почему, там, я не знаю, тот же Робинсон, я не знаю, Хернс, там, Хаглер, и они там между собой устраивали какие битвы? Оппозиция, почему они такі известные, почему о них говорят? Потому що у них сумасшедшие бої. Яким буде реванш Кличков-Юрій? На твою думку, суто Олександр Усик. Я навіть не кажу, не питаю, хто виграє. Знаєте, що я очень прочитав интересное интервью, когда сказав величайший Майк Тайсон. Он сказав, що ви напали на нього? Значить, коли він виграє, він ваш. О, украинец, там, не важно, кто за него не болеет, вот молодец. А когда он проигрывает, прям все. Идите до конца с человеком. Он сказал, говорит, у него недавно родился ребенок. У него, говорит, это там жена, это актриса из Голливуда. Это слова Майк Тайсона. Он говорит, что вы хотите? Она выносит ему голову, естественно. Я думаю, что реванш будет, ну, совсем другим, но... Он физически сильнее его. И, ну, вот это все вот здесь, мне кажется. Пазл просто был разбросан в голове, и из-за этого сложился такой бой. Ти, твоя родина, ви продовжуєте мешкати в рідному для тебе місті, це Сімферополь, ну і в тебе троє дітей. Ти постійно на зборах. Це дуже важко. Можливо, да. Ти зібрався і станеш киянином, чи, не знаю, в Одесі, Львів. Да, это неудобно. Этот город для меня есть родной, и он будет всегда оставаться для меня родным, потому что меня еще никто нигде не знал, а там уже на райончике меня знали, что я делаю такие шаги в боксе, в спорте, там выигрывал чемпионаты Крыма и все остальное. То есть я всегда буду признателен ему и благодарен этому городу, и всегда есть возможность вернуться. Но сейчас я уже, да, подумываю просто переехать на некое время... там, или в Киев, или в какое-то другое место, для того, чтобы быть удобнее с семьей. Это первое для меня. Мосты я никакие не собираюсь сжигать. У меня там есть квартира, да, у меня там есть... Да, ё-моё, у меня все то, что у меня изначально было, я там заработал, я там живу, я там... Меня там любят, меня там уважают. Это естественно. И говорят, Саня, когда следующий бой, когда ты там за пояс, мы там за тебя... Слухай, щодо твого рідного міста, ось декілька тижнів назад ти виклав фото в Інстаграм, і тут була ледь не сенсація. Олександр Усик у Сімферополі, в екіпіруванні збірної України з українською емблемою. Як до цього відносяться у самому Сімферополі, до твоєї української позиції? Отлично. Ніхто мене не щимить, ніхто мені нічого не говорить. Та ну... Я же говорю, главное человеком быть. Если ты человек, тебе будут по-человечески. Если ты скотина, тебе будут по-скотски. Все, питань больше до тебя не маю.
Що ж, дякую, шановні друзі, що весь цей час були з нами. Такий він щирий, відвертий Олександр Усик. Будемо його чекати тут, у нашій студії, вже 100% чемпіоном світу у своїй вазі. Дякую ще раз і дивіться «Королі рингу». Я вийшов, я дійшов як паровоз. Я не настраивался даже на нокаут. Это было 100 евро за раунд. Тобто перші 5 раундів завдання не пропустити, але пропустити. Ну, було, там було, пане, це ж бокс.